Не, мы идем на чемодане. Пидорас. Он жирен кин шаман обычно, тут он. Рейзаберу. Можешь ему трайкин. Какой суммарный для PS рейда? 339. Она слева летит, Коля. Она слева летит, Коля. Так, а что я хотел? А я хотел узнать или... Руги не сагрите, заводите туда. Слышно, у тебя много еще этих штучек? Нет, с собой мама. А у тебя на этом окне нет? Нет, не на этом. Жмок, выведи. Вот рапеду. Ты можешь мне вторым окном задать, Саня? Да я тебе дам две штуки, заебал, блядь. Да две мало, блядь. Сюда, на левой секи, налево сюда иди. На мостик иди. Еще, еще выводи ее. Еще на мост иди. Нужно брод к ней идти, упор. Ты сейчас к ней слышишь? Да, уже не на мне. Да да мы что так нахуй ауешим, блядь. На Виталий. Иксай, понимаю, все отлично. Мне просто трейд, зачем ты мне флудишь вечно? Я слышу, что ты говоришь, что тебе нужен обычный токен. Я не могу трейд кидать, короче, поняли? У меня не работает правая кнопка на мыши. Берите вот так вот, берите кроп. У тебя же это нигде не написано, правильно? Только по стеночке, Марат. Куда ты бегишь? Беги к мосту, Монаркус, беги к мосту. Да мы же сегодня уже проверили, что мост не разбагивает Валькирию, надо бежать. Да блять, пусть просто тогда пойдет через ворота к сурку и все. Все нормально сейчас разбавится. Да, просто говорю, я... Славик, ты здесь? Войт. Обиделся, наверное. Да не, он РК выключает постоянно. Станы ретро массовые свои. Блин, голубо с утром на себе. Джерион, ты тут? Брат, братишки. Пошли на синдро после профа. Зачем? А чё, нет? Надо. Что он там сюда вообще? Чтобы забрать талисман, а если он не упадёт, то забрать катушку. Всё логично. Во, вон он. Если упадёт катушка, то он не заберёт уже талисман. Если мы пойдем в синдру, вот дадим там рост, а онлайн тогда без роста. Так мы на профит не будем.
На синдре можно рост на первой фазе дать сразу с кво. Потом на валикой будем отпускать всех. Не, так если с кво дать, оно откатится. Дайте массу стану, пожалуйста, и просто... Вы запускаете ловушки без команды, пацаны. У меня макрос какой-то на запуск ловушек. Эти прелесть. Не могу Джерин тебя ударить, пишет дружественная цель. Как-то подъедет, да? И все равно мы не пойдем на Синдру сразу, да? Да мне похуй уже. Ну теперь уже понятное дело. Самогона у тебя что, нету талика? Да у меня описывается. Есть. Это бисовая сова, как Войд, да, говорит? Да у меня бисовый кот, блядь. Давайте на рынжу елка, срсая, квадропедра, волкер 4. А вы еще одну ловушку запускали? Куда вы нахуй побежали? Пустил. Я просто говорю на рынжу 4 ШП, 2 совы. Не, давайте не так. 4 ШП, 2 совы, графит и протопал. Хант у тебя по-любому нравится. Хант, ну это по-любому. Я же Ханта не называю, потому что он не сможет сделать. Пускай просто... Древковым хуярит, чтобы, блять, вообще нахуй гнили охуело. Мне кажется, он просто дважды зацепил подряд и типа выкрутился. Ну да, это я, говорит, и запускаю. Не, ну Ханто понятно, что его называть, да? Поставьте рыбу. Обновите каску поваром. Дожди, бафы какие-то поваром. Каску там просто. Кому надо обновить каску? Варан. Вижу 4 минуты. А есть дюрскот? У самогона оффнулся компьютер, он сейчас зайдет. Кикай его. А потом говоришь, что СРС нам ничего не сказал, и он взбесится. И при этом поставь еще щупальца, блядь. Кого кикать надо? Смогом. А почему? Ну, его интернет вылетел, компьютер залагал. Значит так. Все, вроде всех назвал. Короче, ракшастый под босс. Знаешь под боссом? Там самогон вырезал, так кого-то на рыжу выйти. 4 ШП, не, я сказал, 4 ШП, графит 5, Виталик 6, Хант 7 и этот, как его, доктор Арвара, врач 8. Правильно. Может, ты злой постоишь, не? Не-не-не, спасибо. Так, самогон не в комнате, все нормально. Он на рынже, вон, смотри. Слизня к нему сводить? Монархус, ты тут? Смарт-кью. Смарт-кью. Во, он на линшепе стоит. Все, институт начинаю. Геру, судари.
А десерция на рейнджа? О, нашел. Ну, красава, Виталик. Ну, я не успел добежать. Если что, это ты блевал и меня заплевал, ну если что. Ну ладно. Зачем ты его отпускаешь? Да, я хотел, чтобы ты забрал. Ты ГП. Ты пиздец, конечно. Ну сейчас я знаю, как с такими шипы бороться. Ну попробуй. Ну, сам он пришел. Он хилится там. Он на ренже, да? Я могу тут вот застать. Сам хилится. Достать мне, думаю. Отличные новости, народ. Я починил второй. Шоу перехиль. Или я сейчас прожму эту хрень. Свою хиль. Газ там захиливает. Убегайте, слушай. Куда ты его ведешь? Так ничего не будет. Ты главное больше не своди. Коля, забери большого и держи на себя. Большого слизи. Протопара и этого. Так, так. Короче, протопала хильки и ДК. Пошел в центр, стой. Нормально, так потому что если он придет, будет взрыв, то хай стоит сам. Блин, это париться теперь тыкать чаще надо. Киллботи. Че там, воду? Ну подумаешь, бутерброд положил. Беги, малышка, беги! Я купал. Сука. ГЦ. Бля, давай его без ГП, но он, мне кажется, нахуй никому не нужен. Уройте, не-не, все вещи с ГП, мне не нужен потом, типа, срач, типа, всю эту парашу, разъяснять, ВРК, объяснять, 10% оплаты. Ну чё там, фэртроль, петушок, передамажил ты? Блядь. Я этого ждал, да, Слава? Объект он спек. Воит. Сибра еще, наверное. А воит. Я тебе, блядь, еще до суркена. Злой, забирай за 10, дурак. Да нахуй нужно, я талик-то не заберу, блядь. Слава, бери объект свой на второй спек, че ты? Да у меня сова другой будет. Будет это значит, че? 10% объект, слышь, пусть валяется. Ну дайте еще раз суп. Суп? Нет, суп. Надо просто мандарин ем. Скажите. Объект. О, Бибоб зашел к нам в РК. Привет, уважаемый ГМ-гильдия. Это чак. Чак, ждите, поставлю две точки. Вот вам, извините, звезда. Вот вам круг. И... полумесяц. Вот туда сбегайтесь. Все готовы? Давай, Коля, на счет 1, 3, 2, погнал. Мне показалось, или он посчитал? 1, 3, 2, погнали. Да, на 1. Самогон близко к мелизоне забьет. Ну отойди от меня. Кто это? Сиди, не на 30, не на 30. Классно. Классно напуливаешь ли голос? Он не напуливает. А понял, что я про это не говорю. Вот, теперь включил напул. О, самогон отриксует. С этого босса только начали триксовать. На сурке, походу, тоже триксовали. Нет.
Это на учёбка, блядь. Да он за мной бегает специально, вы что-то не видите? Пиздец, и я тогда с вами поведу. Смотри, убегает. Ладно, все равно там три хила закидывает, пойду тоже к вам. Давай. Еще в хате пойдет. Из зона падает. Вы там смотрите, у меня есть шубабл есть, а у вас нету. Это ты про тупал сказал? Вот три фейертроль с нами. Давайте, да, удачи. Да, нормально. У нас нету спор, боже, спор нету, мы сейчас... Чего ебану, пиздец, блядь? Хорош, все, расходимся, потом не расходимся. Потриксовали пацана, да? Можешь поставить ближе? Центр отойти немного там. Лэй, возьми спор, ты сдохнешь. Твою мать, улыбка. Блядь, я бабл прожал. Этот смарт килл кинь, пожалуйста, каплю на этого на холипала. А я выжил. Я скажу, кидай, кидай каплю на холипала, давай мастерау. Я кинул каплю. Ебать, прокнул. Ваня, это ты меня так захилял? Да, наверное, это мастер аур прожали, я дефа тьмы прожал. Просто у меня было 1%, блядь. Рога, кого ты триксовал на сурке? Алину? Серсею? А, Серсею, понятно. Нет, он не интересовал вообще-то. Рисовал? То, я думаю, он не будет браться. Смогу, на по-любому триксовал. Не-не, я просил, чтобы меня не триксовал. Прям как Алина просила в прошлый раз. Не-не, он тебе подтвердит. На этот раз я правда просила. Против панцирь. Как он панцирь? Здесь не, пожалуйста, точняк. 10% успех. Молодец, что оставил столько газа. Ну это слишком говно. Если ты смой то и то на шаман. На профа. Спасибо, Виталик. Побежали подальше отсюда. То зачем вас много нарезали? Видишь, какая у него шляпа вообще фиолетовая? Ну шляпа фиолетовая. Блядь, да тебе виднее. Давайте. Так, Эрида, Влад, лучше спекнись, да, спекнись, вердруг. Злой, а у тебя шляпа фиолетовая? Нет, блядь, красная нахуй. Натираешь, что ли? Злой жгачок. Огочки любят оттягивающую одежду одевать, он трусы такие потуги одел. Димка, ебать, я знаю. Как ты узнал? Нихуя а себе! Ну, плечи я тебе дам за 10, а перчи только за 50. Ну давай. Иди на мейн. Сколько будет 290 плюс 58? Сука, ладно, пацаны, сидит. Знаете, что я скажу? Ёбаный прицел, ёбаный гандон просто. Разнылся, блядь. Вообще-то все дело было в Серсее. Если бы она изначально роллила эти ботинки, то такого срача не было. Не, ну а чё, я должна их роллить, я не хочу. Ну это на мейн надо, как ты понимаешь. Ну а я же вообще не брала, правильно? Ну они же тебе нужны, значит надо роллить. Ты просила тогда без ГП. Нет, ты врёшь, я не просила, просто их не взяла. Мне начали почему-то их не ролить, но я не хочу их ролить, почему должна их ролить тогда? Правильно? Правильно. Почему мы должны ее терпеть вообще, блять, я не пойму. Я сам не понимаю. Надо написать пруф, что Алина использует читы. Да. Ребята, квест не сдался. Так, пацаны, потом сдадите квест, поднимаемся, все дайте, обновите кулак по барам. Ракшас, Коля, поднимайтесь. Давайте, Дима, Коля, поднимайтесь. Рыбку, пожалуйста. Есть, Дживс, пожалуйста, у кого-то у меня реги чуть-чуть закончились. На бафы.
Рыбу. Спекнулся вердру? Нет, Влад вердру. Дайте пристабак. Че, мы 5 хилов пойдем? Зачем? У нас каких 5? Ну, типа, там розета такой, так что Влад на подстраховочку. Я думаю, так и слепочки. Что, понимаешь, в чем прикол? Типа, у него ход. Квест под друида. Пусть сочняк у этого спекнется, Редрик. Давайте еще парочку раз побьем багом, потом сделают, что кукла будет питься только на бою. Дали, дай каску. Дайте каску пороги. Виталик, ты готов? Влад, что не хватает. Ну, дайте, пожалуйста, все. Ладно, Виталик, иди пей и сразу куклу вводи и Влад будет. Я разбафываю каски, подожди. Так все равно, какая разница, мы босса сейчас бить не будем. Кто-то другой разбафает, когда я в кукле буду. Давай я прыгну в куклу. Где логика? Не надо, я почти закончил на 5-й пати. У меня реги просто закончились, я всем бафы. Бывает такое. Давай, Влад, дефиль. Давайте шамана подхилим. А чё неправильно? Там 39 надо и... 150. А может мы только номинал 307. Пока на первую. Сразу будем брустить. Коля, ты у стола, давайте милика к столу подходим. К столу подходим. Давайте на счет 1. Коля за агро. 3, 2, начинаем. У меня есть сила. Мои стены. Где его конь? Ты спросил, ты молчишь. Нет, так не стремился. Да мне не надо подкол, в смысле, а где от луж? Зеленый будет бить зеленого, давайте бьем. Пока профата. Когда выбери цель. Давайте выбери цель, бьем. Подыбал. Беги, малышка, беги! Зеленого сбежались. Смотрим, выбираю цель. Добиваю. Бейте лучше красного. Красного, приготовьте красного бейте. Боб, приготовьте. Смена, красный, смен. Бейте красного. Лаверман, беги. Боб. Точняк, Боб. Хорошо. Все, мой Боб КД. Все, бейте этого. Профа. Пельмени центр. Будет зеленый вроде вливаться, Коля вводит, там сейчас ложи будут. Волкер, они резко, он походу завис. Красный будет. Ну окей. Ну нормально, дальше все стали, пельмени центр. Бейте, витамин, бей, босс. Кадеинер. Бейте, он не добежит. Значит, он все прекрасно. Ставь колбы, пельмени центр и под этого, под зеленого. Под зеленый экран веди босса, под зеленый экран. Милики все в квадрат стали, будут убить с квадрата. Все зеленые. Все тебе. Гаемся. Все нормально, бейте, папа. Коля выглядит себя такого. Кстати, или на ману. Елка, дай на ману. Центр пельмень. Стопаем или приходим? Не, я скажу когда. Все, стопните по кругу, стопните по кругу. Смотрим зеленый. Отлично. Бейте все зеленые. Ждем еще одних луж.
и зеленым. Байт во красный. Мне не надо лучше есть. Ну я понял. Для второй раз красного, заметьте, как там будет играть. Бейте босса, бейте, переводите босса. Колбы к столу, всех к столу. Пельмени центр, по дебафу будем бить. Второй раз, когда он смену производит, перед тем, как смена красного будет, кинь еще раз замедялку там. На 50%, когда на нем будет все. Давайте бьем по таргетам, по дебафу. Так ставил бы лучше. Не, пока не надо. Бейте слизни. Смотрим, выбор цели. Давайте, сбежались к зеленому. К зеленому сбежались. Там смена красного. Виталий, кинешь боб по красному, да, хорошо? Сбежались к зеленому. Давайте геру, лупите геру, лупите геру. Фух, думал красный. Пельмени центр. Уже отвали. Алик, ты листак забери. Кто тебе эти профа просто? Ой, забери случайно. Тут стаки хотел поворовать. Случайно как? Добьем. Ты не знаешь, когда спросить? Да не знаю, там мутирующие чуваки нравятся, да? Пельмени к столу полетели, добивайте босс. Тут это упало миниатюрное поганище. Надо кому? А можно один токен на событие бесплатно? Миниатюрный поганище. О, Войд, забирай, оно тебе надо. Короче, я понял, никому не надо. Алик, у тебя слишком много этих предметов. Ладно, себя возьми. Ну, короче, 398, то гирскоры, а ГП 583. А кто там выше, Дастер, Минатрикс, Сенсимиля, Войт Биссон, Воночка, Розетка? Кто там, Дастер? Я. А, ты? Дима, 2 минуты. Джерио, можно один токен обычный, бесплатно? Какой? Обычный павловский бесплатный. Да, кому ник? Smart Q. Идемте на совет. Чай какой же, да? Подойду. Ага. Че ты тут за паровозы за мной бегает? Ну ладно, секьюрити. Ваня, ты знаешь, что упало колье в прошлом рейде, ссылка? Да, я ж там был. Не помню. Дайте, пожалуйста, джипса. О, блин, я вижу, ты где-то... А где ты поставил джипса, не подскажешь? Волкер. Подскажите, а как стаки воровать? Просто перегрыз. Отвлекающим выстрелом. Я думаю, злой сейчас про цыган пошутит, пидор. Не, у меня даже мыслях не было. Зачем про тебя шутить, если тебя, сука, уже обидели, блядь. Так, Дорн, одень танка шмот по танчу тут разным спецам. Коли что не хватает. Дайте каску, пожалуйста, под санкции мили. Все, идите там. Стой, офити. Да, офити стой. Зачем он?
Виталик, у тебя все нормально? Идите ресы и слушай. Я трэш беру. Иди возвращайся ресами. Она заспилась с тобой, да? Ну да, я ее оставил в туннеле там. Красава. Дашь? Ой-ой-ой, в сапе. Дайте сапи. Кто-нибудь боб. Да врывайся, да. Давай, 8 секунд. Охуенный контроллер шипы. Молодцы. Все, я побежал отсюда. Какой-то слабый ДПС. Маги новую не кидают. За весь бой ни разу не было шли. Дайте рез по пауперу. Ну спуститесь вниз. А давайте, осторожно, дайте по экзайту какой-то... каплю или дайте гимны на ману или на пташнику. Блин, опять умер, дайте, пожалуйста, рез и по монаркусу тоже рез. Тогда мы тебя с этих троих мобов риснем, а то потом тебе опять рез, это надо будет. Ты все равно отбегать не умеешь, блядь. Дыхаться не умеешь, ничего не шаришь. От одного удара. Я же говорил, от одного удара. Интересно, выживет или не выживет? Давай. Только химни это. А, у меня маны нету. Иди врывайся, все равно. Давайте по полперу бафы какие-то. Хорошо мне бабл, чтобы тебя не хилить. 3 секунды похилишь. Пришел.
Это один охотник на кинет. И все. Что не хватает? Диок. Ну, когда я на охотнике, где ребью эту кинетик. Там типа у тебя есть типа ну, 3 мгновенных выстрела, даже 4, и ну этот каск там можно держать. Ну ладно, давай ты и ёлка на кинетик. Ну тебе жалко когда, Дима? Не, не. Давай, если ты сейчас сам везде кинетик удержишь, я тебе один каглды дам. А если не удержишь, ты мне. Давай, давай. Леголас, можешь протянуться, пожалуйста, в доллару? Одного босса. Я могу. Давай, давай ты. Не-не, Леголас, останься. Леголас, ты тупо бей босса, всегда. Кинетику никто не трогает, вообще. Никакие присты, совы, вообще не трогайте кинетику. Все, дай. Ты от пулпером остаешься, да, в рейде? Да. Это что за тактика? Почему не кинетик? Это спор. Бля, я взял сам себе выбил, сука. Слышь, Джерион, это душ схожу там 5 минут фаст. Так, а ты. Ну ты еще в подземелье. Не, я зашел. Не-не, уже не. Так, все нормально. Даже на пулю на этого, на колю сейчас напишу макрос. Блин, ты шо, можно было отойти по ФКш, я не отошел. Блин. Надежка. Давайте чекну. Вот. Все, все готовы? Начинай, Коль. Кинетику никто не бьет, и пожалуйста, не давайте тут звездопады ни на одном боссе. Просто забейте на бурс. Дайте мне бук. Чтобы случайно нет. В чем прикол-то? Я сомневаюсь просто в нем. Ты видел, меня босс бил? А я шарик на себя взял. Скин. Мне кажется, это просто звездопад, это не скилл. Можно, короче, сделать так, чтобы Тима, сука, 1к там распорил, но можно просто не хилить, и он умрет, и кинетики попадают. Коварно. Ну просто грипануть одну и все, Ленс. Кинься этого Тобера. Кто там? Кинетика, кинетика. Сука. Еще, еще одна сзади, смотри, смотри. Смотри, смотри, сейчас еще одна упадет. Все, да. Да-да, сейчас еще одна, смотри, падает. Все. И все, один косарик, Димон. Чтоб не уебал. Упал дорама, а? Да, упал. Где? Сзади, возле зеркала. Ебать, я не заметил. Не, ну просто очень-очень сложно одному ханту удержать ее, короче. Ну прям очень сложно. Можно, но сильно. А ты так выебался, будто невозможно. Тиху ее уронить. Под боссом, под боссом. Баронка.
Ты что, дубль 2? Чтобы он второй косарь поспорил. Это кейс был палать под катушка анрол, все. Там же ж не за каждую кинетику. За кинетику по катарю, блядь. Не, заеби, я просто прям сам занервничал, все нормально. Падает. Хорошо, падает. Опа, вторая кинетика. Прям я там отлетел от этого больше. О, два косаря Галда Джерри. Еще одна. Да нет, пока один. Это будет Кель снова, не? Да. Блин. Кель там уже все бить. Капельку на тебя кину. Кашка, да, только. Через 8 секунд как резко пройдет. Не улетите, он кастует. Он кастует. Я отвел. О, я и сам. Сука, его гон. Дай трейд, я сейчас дам тебе. Я не могу дать трейд, у меня правая кнопка выключена. Сука, катушка, блядь! Джерон, ты пидор! В смысле, почему я пидор? Из-за того, что катушка упал? Да, из-за того, что нужно было идти на Синдру. Давай, злой, бери ее. Я не буду ее брать, Маракус иначе Талик нахуй заберет. Чё ты не берешь? Не упадет, талисман не упадет. Рольте плеч. Плечи надо кому-то? Я понял. Если катушка с никому не надо будет. Смотри, талисман сегодня не упадет. Там же розетка рольная. Катушка, рольте. Самогон, заходи. Но я за такие какашки не буду бега начислять. Плечи это вообще не очень. Град Волки. Сейчас Талик не... Надо кому-то воять от гробницы. Сейчас Талик не упадет, а ты, сука, его еще полгода выбивать уж. А что поделать? Ну а смысл мне от этой катушки, если, блядь, у меня нет прилива? Пулпер, давай трейд. Нет у меня кнопочки трейда. Так, тебе надо это. Мне косарь надо. Надо начать, окей. Да подожди, подожди. Все по-честному. Да понятно, по-честному. Просто последний говно отдал. Так. Давай, если ты хантом укус ловишь, ты 35 не дашь итоговый. Я не дам уже 35, тут пофиксили, типа, эту парашку. Да не, я в норме проверял, типа что-то не дамажится. Ну дайте новую какую-то. С истерией, с этой параши я дал только 31. И эти пронзающие выстрелы били только по 15 камень, а не по 36. Да, их не пофиксили, я не поверил. Не знаю. Я проверял. Резану злого, чтобы она вкашил. Дай мне просто это. Пишу. Твоей мамке. Спасибо. Она общая, она. Да, да. Я пишу нашей мамке. У нас все хорошо? Да, но вот я у нее спрашиваю, почему она тебя Терентьем назвала. Она сказала, хотел сына долбоеба, блядь. Нет, я наступал в спальню, подумайте. Вагон. Тибоп. 13 секунд. Рога сдох. Все, я подачу. Да я застанил, ну, куда ты? Сыкло. Как она закончилась?
Что закончилось? Звездопад закончился, эта сфера закончилась. Сманите, пожалуйста. Джерин удержался в ультимейте? Нет. Ты уже покупался, что ли? Ну а чё мне долго, чтобы писюн помыть? В ведре? Да, в ведре, нахуй. Не, ну у тебя... В рюмке, нахуй, помыл, блядь, и нормально. Ой, тихо. Вот у тебя сколько, Виталий, времени уходит, чтобы в душ стоять? Ну, 25. Что ты там делаешь 25 минут? Дрочишь, в телефоне сидишь? Так оно неудобно, телефон экран потеет. Ну ты понимаешь то, что, ну... Я-то в общаге живу, и как-то в общаге не очень долго в душе находиться. Дайте шкаф и сумма не типа показалось. Очередь отпиздят еще за такую хуйню. Мойся, или там тип дрочит на телефон, да? Кстати, у нас такое было, только чеченец это делал. А ты кто там называется? Виталик, что ли? Короче, пошел купаться, встаю, значит, сзади, точнее, сзади меня становится чеченец, а у нас, получается, кабинки, типа, не закрываются свободно, и стал на меня смотрит. Чё, страшно стало, да? Ну, немножко, да. Видимо, красиво. Что он там делает? Что это он там делает? Первый раз вижу. Чеки. Маску по локам обновите, пожалуйста. Галас, Смарт Кью, Виталик. Смарт Кью. Дайте баф. Какой? Да, дайте пристабаф. Смарт Кью, какой тебе баф не хватает? Пристабаф. Все, все, ты готов? Все, давайте. Коля с Виталиком побежим. Мне две соли дали. Сальвы. Две? 100% передали. Что, даже две? Да. Первую я сразу снял, вторую тоже я сразу снял. Одну я отдал. А ты вторую, да? Бля, Маракс, обнови МК, пожалуйста, братан. Крок сдох. Пацан. Зеркало поймал. Он зеркало поймал. Под мордой видно стоял и бей. Давай, беги, самогоночка, лох. Пидор ёбаный. Спад там, а тут не беда. Ты как квадропедрус за это. Зашел за нее. Пизда, беги. Видеть меня тут не без момента. Сама себе не так прикинь. Берите раньше, чтоб хилам было мягче. Она его с пула вешает в три. Какая жалость. А ёлка на крышу вешает в три. Ну, я его сюда с пула на себя вешу, потом просто не с пула. Ну, не с пула, а... Ближе к взлётке. Видел Десеров в мишке дамажил? Не знаю. Я вижу твои диспелы, вижу, конечно. Ну да.
Молодец. Ну, по моей стране всегда диспорт. Не, ну понятно. Не, ну ноль тоже результат. Отлично, даем. Великий с фактом. Зато смотри, как по скиллу лучше вынес, ты видишь? Точечка в одна. Дайте рост. Да, давайте рост, не убивайте. Если бы еще ты правильно сформулировал предложение, было бы вообще нормально. Точечка в одна, говорит, блин. Одна, точечка одна. Слышь, как я говорил. Царевна ли, царевична? Царевична. Царевична. Играйте в принципе царевична. Ну, ноль, два. Алина просто сказок детских мечтала, поэтому не царевична. Королевич. Подождите, Легала же сорвал укус, правильно? А, он сдох, блядь. Не получилось. ГЦ, Ванёк. Спасибо. Грацули, Вань. Спасибо. Обычно только можно. Кто там выше? А, Виталик. Теперь можно спокойно ретика одевать. А оп токены еще радуть можно, да? Я там дал сенсимили, может поделиться. Ну, думаю, поделиться. Кому? БДК, сенсимили. Будилёк! Гуделёк, слушай, короче, отойду нахуй, пожар. Виталика. Слышишь, ты вот линкуешь, да, допустим, вот смотри, защита от страха Серсея 2.05, это что значит? То, что ты с пула его повесил. КД 2 минуты 5 секунд. Ну, а нет, 2.05, это что такое? Сколько он еще висит на нем? Это твоя версия, блядь. Ну, ты со второго раза только получилось. Я не поняла. Понятно, плохо. Да и не надо. Да нет, подожди, 2.05, значит, я повешу. Алина, ты вроде отойди хотела, отойди, пожалуйста. 2 минуты будет у меня висеть. Не базарь, я хильте экзайта. Нет, это КД я твою линкую. Осталось КД скилла 2 минуты 5 секунд. 0.5 это секунды, короче, с ноликом. Не, я знаю, я уже не поняла, что это. Вы что делаете? Короче, хильте, этот, ёлка, поедим на хп едим. Да, бейте все, звезду, РДД бьют, не звезду. Бейте все круг, РДД, бейте все круг. Так они не сагрены, они сагрены. Круг, РДД. РДД, бейте круг. Еще мобов привели, полученные. Блять, как... Ну чё вы делаете? Это шалава. Волки, погиб на хп, волки, погиб на хп. Ну если что, это рога, потому что... Нет, это рога. Птички не меняют, кто их сагрил, короче, таргет, понял? Захидит всю эту пораду. Дай пол. Гимноману, поедет, полки, гимноману. И РДД забейте, звезду. Короче, я съебал за жрачкой. Да, если ты правой кнопкой нажимаешь на птичку, хоть она и далеко, не агрится. Вот, видишь, я сагрил птичку, и на мне таргет. Так же самое ты сделал, милики, зачем-то. Не подходите туда, милики, захиливайте обязательно сенсинили, милики, туда не подходите. Давайте бейте тут воительницу внизу, которая воители 2, полководцы 2 в рейнд. На секьюрити, заберите секьюрити полководца. Секьюрити отбеги, не стой, он же кастует. Заберите секьюрити моба. Я сам заберу. Вот вы увидите, сейчас опять в этом рейде самогон опять взорвет ловушку.
это по-любому ты взорвешь. И потом тебе. Идите по полководцу, подведите на ком-то агро, чтоб танки могли забрать, и не лезьте туда милики, РДД только бейте. Бырните меня и рейд резну. Кто он? Пейте воителя с милики, который охотится. Охотник можете бить. Теперь меня ничто не спасет. Продолжайте сражаться, братья. Сильвестр. Ты кто? Блин, маны нету. Что, орлы агресса, даже если их просто в таргет берешь через стаб? Потому что я рогаю сейчас без мышки вообще да. Играю. Где ты слышал это уже? Я не услышал, агресса они что ли через стаб? Да, а почему ты играешь без мышки? Они бы так далеко не выбрались у тебя табом. Табом выбирается у меня. Или ты подошел? Я стоял в миллизоне там. А почему ты играешь без мышки? Поломалась? Нет, у меня мышка на батарейках. На холике играю с хиллботом с мышкой, а на рогу жалко батарейки тратить. А ты на севере живешь? Тебе батарейки на вертолете прилетают? Нет, но все же бегать. Или в Украине упал. Просто не хватает денег на батарейки. Студенту денег на батарейки не хватает. Все не, не лагает нам. Если тебе смарт кью елку. Елку резал, смарт кью не резал. Ты сам привел мне подкрепление. Залечи, мама. Когда я пока поваром. Ты по мане садишься. Виталик, держи. 75% хуйню, короче, это. У меня лагает. Что у меня тоже начало лагать. Ну они умрут. Да. Где танки? Тут. А мне капитан. Виталик, ты держишь или нет? Пытаюсь что-то сделать. Ну они бьют все подряд, ну зачем ты бьешь капитана или голос? Видите все сестру с вами. Че, не склон или нет? Все. Я не склон, походу, охуенно, я только повесил еще. Идем, Вали почти убили. Никак не видишь склон, нет? Иди в конта в волчате Макота. Ну? Надо синик сделать Макрота. По-моему, пиздато звучит, да? Макруха лучше. Не, Макрота круче. Багруха лучше. Будет Макрота. Чтоб когда ты падал, горел, говорил, упал Багруха. Выясните павших елку точнее. То есть выйду, чтоб начать разговаривать, но с ребра вот бить валит, короче. Чё с ребра? Давали дайте. Весь рейд молчал.